Вы, кого вы играете сегодня в концерте? Я не знаю. Новокуйбышевск убил, блин, эту Самару вашу, да? Стэм Новокуйбышевска, это вам вообще-то не хихоньки да хахоньки. Я так понимаю, концерт будет сегодня веселым. Привет! Успел соскучиться по студвесне? Сегодня мы это исправим. Готовься к тому, что сегодня в политехе будет очень жарко. Потому что впервые на сцене самарского политеха Новокуйбышевский филиал сам ГТУ. Погнали посмотрим, чем отличается студвесна Венский от нашей. Вот они все, вот. Вы посмотрите, сколько народу, сколько людей. Я прям чувствую себя в центре Новокуйбышевска. А ты сегодня режиссер концерта? Да. Как вообще впечатление от генпрогона? Великолепно. Вижу, в глазах написано «боль». Помогите, пожалуйста. Все-таки первый концерт надо нормально показать, чтобы Новокуйбышевск убил, блин, эту Самару вашу, да? А почему не хочешь быть актером? Ребята учат текст, их, у них кричат периодически. Не любишь что-то учить? Тебя это напрягает? Текст, да. Там две строчки я учил, ну, где-то неделю. И... Вообще, Новокуйбышевск, знатное местечко. Приезжайте, всех зову в гости. У нас Макдональдс там есть вообще. Еще и горки у нас классные. У вас так много здесь людей. Это весь Новокуйбышевск? Чуть больше половины. Ну, плюс-минус 50 человек, численность Новокуйбышевска. Да? Настроение после концерта? Просто отличное. Новокуйбышевск отжег. Разорвали зал, да? Разорвали, просто в мясо, меня точно. Что тебе запомнилось больше всего сегодняшнего концерта? Мне как выходил шеф-повар и говорил, что не да, да. Это по-грузински. А скажи еще что-нибудь по-грузински. Я больше ничего не знаю. Сегодня были мега эмоции, просто я выдохлась как не знаю что. Расскажи про свой самый нелепый случай на сцене. Ну, тут, наверное, поцеловать мальчика, потому что парень все-таки есть. Вот так весело и классно прошла первая студвесна в самарском политехе. Стэм новокуйбышевского филиала СамГТУ просто разорвал самарский зал. А ты пиши в комментариях, бэк с какого концерта ты бы хотел, чтобы мы сняли. Увидимся в следующих видео. Всем пока!